29. Да, вот такой ракурс вообще классно. Апреля 2021 год, Харьков. Опа! Наша красавица из-за столба выглядывает. А вот она я. Движение спутника нашего Луны хочу относительно каких-то стационарных объектов. Снять не только горизонтальных, но и вертикальных. Я уже Юпитера даже не вижу. Сейчас попробуем найти. Вчера на фоне абрикос цветущих была видеозапись Луны, сегодня на фоне алюминиевого столба или еще он там сделал. Выдержку, потому как больно ярко. Ты куда делась, красотулька? Да. Тут грязь. Я снимаю, у меня штатив гуляет, теперь на асфальте снимаю, штатив гуляет. В общем, плохому танцору, как известно. Фаберже. Не буду дальше озвучивать, думаю. Мысль ясна. Так. Полнолуние было когда? Позавчера, 27 числа было полнолуние. И суперлуния. Что за термин суперлуния, в комментариях спрашивали. Это просто условное название, совершенно ненаучное, когда Луна находится в максимальном приближении к Земле, то есть впереди, по своей орбите. Это 360, грубо говоря, до 400 тысяч километров. Апогей, перигей, перигей 356, по-моему, самое близкое бывает расстояние Луны от Земли. А перигей, то есть апогей 405 тысяч, самое далеко, самое дальнее расстояние до Луны. А самое близкое 356. Да, я забыл про Юпитер, елки-палки. Сейчас я оставлю пока вас всех на Луне, в фигуральном смысле. Не стоит пережимать, я не Илон Маск. А сам посмотри, где же там у вас Юпитер. Не, уже даже Юпитер не наблюдаем. Про Сатурн не наблюдаем. Значит, дубль ограничится Луной. Thank you.
Да. Смотри, какого цвета прекрасного луна. Ладно, сейчас я, наверное, попробую сделать еще один дублик. Посмотрю заодно без спешки. Может, все-таки увижу Юпитер. Так, 29 апреля 2020. Первый год, Харьков, 5:12 по Киеву, Харькова.